Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА Фейенорд. Статистика команд. ЦСКА набрал 2 очка в своей группе и идет последним. У москвичей пока нет побед. Фейенорд набрал 4 очка и идет третьим. Последние 2 матча голландцы отыграли очень результативно. В предыдущем туре Фейенорд забил все 4 мяча. Сначала 3 в ворота ЦСКА, потом 1 в свои ворота, чтобы не было скучно. ЦСКА еще ничего не потерял, но для того, чтобы остаться в игре, армейцам надо побеждать Фейенорд в предстоящем матче. В общем, задача вполне по силам. Фейенорд это не Реал, да и над тем у ЦСКА есть победы. Поэтому, если хозяева подсоберутся на эту игру, они имеют все шансы взять первую победу в группе. Правда, не будем забывать о таком нюансе, как последнее известие о стане здоровья игроков ЦСКА. В частности, прошел слушок, что Дзагоев сдал положительный анализ на ковид. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Обе команды сейчас находятся в неплохой игровой форме. И игра должна бы быть интересной и более упорной, чем в Нидерландах. Поскольку ЦСКА не забивал в последних 2 матчах, очень большая вероятность того, что дома Красная Армия должна бы забить. Фейенорд сам по себе является достаточно забивной командой. Поэтому велика вероятность, что и гости отметятся хотя бы одним голешником в ворота хозяев. В норме должна бы быть победа у ЦСКА где-то на 2-1. Но большой уверенности в этом что-то нет. Есть связки ставок тотал больше 2,5, обе забьют до победы хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев 2,10. На тотал больше 1,95, на обе забьют до 1,74. Самая ожидаемая ставка из предложенных является вариант с обе забьют до. Можно было бы взять и тотал больше, но здесь запросто может стрельнуть 1-1. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.